Ты открыла. Ты меня ждешь. Меня маленькая. Она опять не валится. Не могла квартиру найти. Нет, я нашла все. Я не могла попасть. Я тебе звоню в этот. Домофон? Да, 195. Пока там тетка не открыла уже. Да, я снова в Воронеже, кстати. Мы, мы были Барак Обама. В Омаме. И мы уже не первый раз туда приходим. Короче, первый раз, когда я там была, это кафе, в общем. Кафе, бар, ресторан, да, что-то типа такого. И, блин, зеленый свет. Чем мы стоим? Так вот, получается, я когда только приехала, я там была, и все нормально, продавали алкоголь, и мы как бы пили нормально там. Но после этого мы уже приходим второй раз туда. Первый раз у меня не было паспорта с собой, потому что я не носила свой украинский паспорт, чтобы не потерять его. И сейчас мой паспорт российский уже на регистрации, короче. Я живу с ксерокопией. В общем, нам тогда не продали второй раз алкоголь. Мы ушли оттуда. И вот мы третий раз уже там. И получается, что третий раз нам тоже нихуя не продали даже на ксерокопию. Что за бред? Меня это так бесит. А я хотела пожрать, потому что я уже давным-давно не ела. Можно сказать, с самого обеда. И, в общем, не срослось. Вот такие дела. Короче, о, мама, не советую. Отстой. А, нам сюда? Ну, пошли. Да сейчас. Хочу жрать. Поешь вон в Робине. Да. Брусапчик сейчас сходим. Навалим говна какого-нибудь. Гамбургер? Да. Чизбургер? Во сколько? Да. Гуляю. Короче, мы решили в парке посидеть, как настоящие бомжи. Это, кстати, Кольцовский сквер. Кто в Воронеже, тот знает. Рядом площадь. Вот он. Ленин. Ленин, да, там. Всегда там. Там, мне кажется, труба прорвала, наверное, да? Вот такие переходы. Стоять. Вот тут вообще возле люка. Возле люка так тепло. Мы тут останемся. Бля, тут тоже мокро. Да что ж такое? Что, блядь, с переходом творится-то? Песняки пошли, песняки. Мы были только что в этом кафе. Короче, мы заказали там по салату и пиво. Нам тоже не хотели продавать пиво, но потом поверили нам на слово, что нам есть 18. И в пиве нам попалась... Какая-то соринка. Соринка. Муха какая-то. Труп чей-то. Но салат был нормальный, по крайней мере. Ну, через 2 часа посмотрим. Ну, да. Мы боялись очень, что мы отравимся. Короче, там людей вообще никого нет. Я... Блин. А мы ждем такси. На улице очень холодно. Капец просто, как холодно. У нас 3 дня идут уже дожди. Вот, наши? Вот, это наши, наверное. Да, да, наши. Звонит мне. Это мы. Я номер проверила. Наш нет. А я хотела
сказать пару слов по поводу видео «Ответы на вопросы». Я не понимаю, почему люди так реагируют, именно русские, реагируют на мои высказывания. Я сама здесь живу, и я никого не пытаюсь обидеть, я никого не парафиню, я высказываю свое мнение, я высказываю свой опыт, вернее, рассказываю свой опыт, я никому не навязываю ничего. Вы либо хотите смотреть, либо не хотите смотреть, вас никто не заставляет. Вот честно, я, вот честно, если что-то мне не нравится, я не смотрю, и даже не комментирую, потому что в этом нет смысла никакого. Вы не переубедите меня. Я отвечаю на ваши вопросы. Зачем вы тогда их задаете мне? Будьте, во-первых, умны. Не будьте как некоторые есть личности на моем канале, которые высказываются не в зависимости от того, права я, не права, что бы я ни сказала, что бы я ни сделала, они высказываются негативно всегда. Не будьте такими. Я рассказала то, что я знаю. То, что у вас, это у вас. У вас не так было. Окей, пожалуйста. Но, блин, мы все разные, и мы все проживаем разную жизнь. Кто-то вообще потерпел такие беды здесь, именно из украинцев, что я просто даже об этом рассказывать не хочу. Поэтому давайте будем терпеливы, давайте будем учитывать чужое мнение, давайте будем как-то лояльно относиться к тому, что мы высказываем друг другу. Мои вообще видеоответы — это предостережения какие-то. Не значит, что нужно в корне следовать тому, что я говорю. Нет, вы просто намотали на ус, и теперь вы знаете, чего можно ожидать. И, кстати, да, у меня давным-давно уже не было влогов. Я их периодически снимаю. Короче, последний раз, когда я ехала сюда, в Воронеж. Я сейчас в Воронеже. Когда последний раз я ехала сюда, я взяла свою влоговую камеру и забыла зарядное устройство для батареи. Короче, батарею я зарядить не могу, камера у меня села, я там буквально чуть-чуть поснимала, потому что она уже была севшая. И осталось у меня GoPro, но у GoPro не очень хороший звук, и я не знаю, как вообще влоги на нее будут сниматься. Я, конечно, попробую сегодня, но сомневаюсь вообще, что что-то получится. В общем, короче, я лоханулась, когда ехала. Как я могла вообще забыть зарядное устройство? Я просто вот сейчас вообще снимаю на телефон, я надеюсь, вообще картинка нормальная. Я вижу, что у меня лицо красное-красное, я без макияжа, поэтому я такая вот вся красная. И сейчас буду собираться и выбираться поснимать, пофоткаться с подругой. Она очень просила, в общем, устроить ей фотосессию. И в эту пятницу я уезжаю в Ступино. Ну, буквально там на пару дней, потому что сделали мне регистрацию, и я, в общем, должна получить ее и уже приеду сюда с паспортом и с регистрацией, потому что у меня сейчас с собой вообще нет никаких документов, и я вообще как бомж какой-то. И приеду снова в Воронеж к друзьям. Я здесь буду до июля месяца, а в июле у меня намечаются кое-какие планы, и я надеюсь, что они все исполнятся, и обязательно вам расскажу уже в июле. Ну, в общем, вы узнаете однозначно первыми, что, к чему, как, зачем. See the